Наш великий охотник и рыбак пока спит, а мы идем проверять сети. В былые дни за рыбою ходил я в гастроном, пока не познакомился с бывалым рыбаком. Он каждую неделю на рыбалку выезжал и под стакан частенько напевал. Поплавок и червячок, чок-чок-чок-чок, маринованный сморчок, чок-чок-чок-чок. Отдыхай и не жалей, лей-лей-лей-лей, станет веселей. Доставай большой сачок, чок-чок-чок-чок, под кукан срезай сучок, чок-чок-чок-чок. Наливать не забывай и подсекай рыбку на крючок. Макс, там рыба на берег прыгает. Доброе утро. Просыпайся. Собираемся домой. Подождать? Еще часика два поспишь, да? Пять минут. Чего? Ждем. Всем привет, друзья. С вами Макс. И это новое видео. Это наш второй день рыбалки. Проснулся. И теперь собираемся ехать домой. Мы скоро подружились, и с тех пор свободным днем стал ездить на рыбалку я с бывалым рыбаком. И глядя, как лаская поплавки течет вода, налив вина. Ну вот, друзья, наша рыбалка пришла к концу. Ехать там еще 2 часа или полтора, 100 километров до Вятских полян. Озеро мне понравилось, такое большое, красивое. Сплю ночью, там какие-то звуки еще там на улице. Туч! 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 Ладно, потом заснул, потом опять просыпаюсь. А что-то шевелится. Ладно, не могу заснуть. Потом слышу какой-то звук около двери. Открывается дверь, там какой-то мужик такой, с такой большой хренью в руках. И че? Я уж подумала, это какой-то дебил, вор что ли, зашел что ли. Ноги. Затем папа сказал, что это Толя, и я продолжал спокойно спать. Ну все, мы уже едем, мы в пути. Едем сейчас по полю, к дороге. Пока мы едем, мы можем поболтать, поразговаривать о чем-нибудь. Вот у меня тут Айна. Очень хорошая собака охраняла меня сегодня ночью. Тёплая она. А на улице сейчас реально холодно. Не знаю, но если дыхнуть вот так вот. Посмотрите, если сейчас дыхну, то пойдет пар. Вот так вот. Плавок и червячок, чок-чок-чок-чок. Маринованный сморчок, чок-чок-чок-чок. Отдыхай и не жалей, лей, 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 станет веселей. Доставай большой сачок, чок, 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 под кукан срезай сучок, чок, 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 чок. Наливать не забывай и подсекай рыбку на крючок. В песок ушли года и съела ржавчина металл. Но в день и час, когда рыбак бывалый умирал, на смертном ложе лежа и открыть не в силах глаз, он все равно шептал в последний раз. Поплавок и червячок, чок-чок-чок-чок, маринованный сморчок, чок-чок-чок-чок. Отдыхай и не жалей, лей-лей-лей-лей, станет веселей. Доставай большой сачок, чок-чок-чок-чок, под кукан срезай сучок, чок-чок-чок-чок. Наливать не забывай и подсекай.
рыбку на крючок. Поплавок и червячок, чок-чок-чок-чок. Маринованный сморчок, чок-чок-чок-чок. Отдыхай. Ну что, друзья, вот такой был второй день рыбалки. Порыбачили мы, круто попали. Рыбок, конечно же. Погуляли с Айной, все такое. Сплю в дороге, уже устал кое-что принять тёплый душ. Но завтра будет видео еще лучше. С вами был Максим Анаков и мои родственники. И как всегда, оставайтесь крутыми. Фу. Едем мы на рыбалку, на частное озеро. Теперь можем выходить. Ну это природа, а? Поля в России просто прямые. Этого рыбный суп, а с этим уха. В следующий раз мы получили большого сомика и зажарили его и устроили большой пир.